Пиздец, 202. Ну, мы тебе можем, если ты согласен, Тася, мы тебе можем шмоты накидать. Это, блядь, не проблема, Женек. Вот прям вот вообще не проблема. В смысле накидать? А где ты его возьмешь? В 25-ке мы тебе, блядь, шмоты на что накидаем. Киньте диссинг, блядь. Да не надо меня сложить. Я говорю, у меня 202 там и все. Если мы максимум. Мы тебя денем в танк, это не проблема, Женек. А, не, не надо. Пизду. Ну, смотри, ты на самом деле. Ну ладно тогда, нахуй, не буду вообще ходить пизду. Ну что ты так горишь-то? Ну просто я просидел полтора часа, чтобы просто сказать, бля, извините меня. То есть было 5 человек еще свободных, и я почему-то вылетел, охуенно. Потому что слота не было, мы собрали... Женек, вот смотри, ты немножко недопонимаешь. Вот ты попробуй сам рейды десятки эти пособирать. Просто у людей опыт есть. Вот я тоже собирал рейды, ну, годами, понимаешь? Если ты соберешь рейд из говна, то есть там не будет какого-то бафа или двух бафов. Получится хуйня, а не рейд. Буду. Ладно, бафа. Давай, Рога какой-то баф дает. Да, 4% из урона. Блять, а тут... На пол дает. Ладно, давай. Просто десятка, она не резиновая, это не 25-ка. Тут точно критично. Да, он уже ушел. Блин. Просто да, он не понимает. Надо было просто идти своими. Просто не понимает, тут типа статики, мы берем кого захотим, я не понимаю, что обижаться, типа. Бля, чел полтора часа просидел, нахуй, вы бы сразу сказали, блядь. Так я не знаю, вчера он был, ему изначально никто говорил, что типа ДКД, типа не будет брать. Никто. Я ему сказал сегодня, я сказал, Женек, если там, например, будет МТ, ну другой нормально, мы тебя не возьмем, просто Таня будет. Он писал, окей, через час зайду, все. А сейчас типа начинается... Выходите из мира, пусть Макс ХП делает. Кому я хуй знаю. Кинули пацана чисто. Поебал на. Не, ну так-то с одной стороны, конечно, обидно. Ну просто, если вот, допустим, Финлау бы не играл, был бы какой-то наш Холипал, он бы вместо Финлау пошел. Но у нас ходит Финлау, я так понял. Он с другой гильдии и водит вон своих пацанов. Видишь, как получается. Да, три человека тут не с этой ДВ гильдии, я правильно понимаю? Угу. Да я тоже что-то, бля, думаю, типа, ну, прийти, значит, идти своими, похоже. Мы и так закроем, мы и так закроем, ебать. Что, проблем не понимаю? Ну, там не совсем с вами. Да, он даст ДПС, ну, в чем проблема? Да, проблема в том, что кто РЛ-ит вообще этот рейд сейчас? Безвредный или Фидлау? Да, сами, блядь, нету РЛ-а, сами, блядь. Ну, типа, на кого бог пошлет, да? Не, ну, блядь, ну мы же тут все знаем, что делать. Нам нужен РЛ разве? Ну, координация нужна. То есть можно и без РЛ идти, как бы, если все одним сознанием думают, ну, типа, ну, бегут в одну сторону, когда надо. У нас никогда РЛа не было в десятках, никогда. Ну, не знаю. Мы типа все так ходили. Но все равно же надо кого-то слушаться. Кто-то. Ну, у нас просто кто-то собирает и все, их вот там. Не знаю, этот, блядь, не знаю, на этой неделе там этот собирает. Потом... Братан, я тебе мало тебе с того скажу. Тут еще и в 25-ках не всегда РЛы были. Но они как-то, сука, закрывались на. Да, потому что просто люди знали, что делать им надо. Не, ну когда люди знают, конечно, хорошо. Но я про то, что координация. Кто куда спекается, куда идти там. Ну вот, мы же собрали. Ну, все наугад делалось, нахуй, мне кажется. Все, заходите, мы с обратно. Вайда, можешь это уже кикнуть. Я тебе отдал рейл. Смекалка кидала она. Женька кинул, пиздец. Я в шоке. А что за вар? Откуда? Не, ну я был против за Женька, блядь. Я поэтому отклонил твое приглашение в пизду, но таким доверять. Пизду? Я ушел пугам УС-ку 25-ку сейчас потанчу, нахуй. Выбью себе какую-нибудь ДД-шмотку, нах. Одену. Но это не точно. Это не точно. Так, чё, я, короче, в трусах буду ездить. Садитесь, где умеете, типа, я... Макс, давай я тебя покинуть. Нет, ты постреляй лучше. В смысле, ты хочешь поездить или что ты хочешь? Одного кого-то я буду кидать, типа, чтобы он убил. Ну, у меня арста, а можешь вот это, да, звезду нахуй. Вот, давай я тебя покидаю одного. А, меня? Ну давай.
А кто ездит, умеет, то и подожди, а кто ездит, умеет? Ну, Холерика может поездить. Ну, Дима, все. Поедешь в разрушитель, не О. просто постреляешь. Турцы садись. Надо присымать людей. А, посадите меня куда-нибудь попроще вообще, ребят. А мотоцикл садись. Можно эти штуки поподтягиваю, синие, как их называют? Толчеданы. Не, тут надо это поездить на мотоцикле. А поставь шкаф лучше. Да, сейчас. А, еще не все. Ну, спрыгай нахуй ко мне, ебать, и стреляй по этим, блядь. По уёбку, все. О, Антури, Саньку садит. Я с тобой уже сижу. Нажмите шкаф. Арчи, нажми шкаф. Я же не наковал здесь. Ты что, хочешь эту колонну сломать? По локу бафы дайте. Это, а вот на мотоцикле, ну я колчедан взял, а как его выгрузить? На какую кнопочку? Тоже на эту же, что ли? Да хуй, но я не ездил. Да, да на эту же, на четверку тыкни. Дайте при 100 бафы. Там вар пишет, ролит на форика. Это мини-пиши, я не рейл. Ролика вы хочешь, похуй. А, роль на фурик. Ебать, не подвал. Сядь в разрушитель, постреляй. Кидать никого не надо, будет просто побьешь. У кого слот свободный есть? А у нас у этих танков есть какой-то спек ДД, нахуй, чтобы потом где в одного босса? Когда вот он танк. Нет. Садитесь в эти в трофейные осадные машины, у кого нет слота. Вар, у тебя есть пек ДД? Да, есть пек ДД. Ну это, заедь, кто там, его на звезде, там починку. Все готовы, разъезжайте. Сбивайте колчеда, и танки пуляют босс. Не знаю, каст главное сбивайте. Бейте, под скипом работайте, и под синий луч не вставайте. Давай как на, ну, как на прошлом КД делаем, просто там до того. А, я тебе просто, я тебя кину один раз и все, они просто будут дамажить. Я 10 стаков на стаку и закину тебе. Да. Кто на... Да, РЧ-то. Я же... Все, поляк. Поляк, типа, на осадке. Ой, блядь. Собери и садись. Все, собрал, сажусь, сел. Все, типа, по цветкам работаю. Что в посадке? Осадные машины и мотоциклы работают, типа, эти, по цветам. Когда Макс две сломаешь, тебя выкинет на парашюте, скажешь, тебя мотоциклист подберет и отвезет. Типа я ломаю, а она, блядь, мне хп не уменьшает. Ну там их много таргетов, типа ты просто ломаешь.
тебя в вагоне. Можете в эти, в зеленые лучи, как на лицо выходит. Так, ну я две сломал. Три. А, вот, все, мне выкинуло. Ты где сломал? Мотоциклист тебя подберет, пускай подъедьте, заберите. Он сзади вылетает. Бля, ты кружит, короче. А где трусы? О, блядь, я... тут огонь станет. Это, объедьте, вот я вижу. О. Соберешь колчедан, садись. Сейчас, подожди, я замедлю. Собери колчедан, и я тебя еще раз закину. Сейчас, все, давай. А что я умер, блядь? Я умер. Я в машине умер, блядь, что за хуйня? Сядьте кто-нибудь в трусы, помогите ему пособирать колчедан. Не надо, не надо, я сам соберу. А, сам? Да он уже умер, так я не прибью. А как я? Почему я умер? Бейте цветы. Да еще раз так иди. Не пройду. Один проебал. Вообще дешевле. Чего разум готовишь? Я вообще не знаю, что я понял. Подними тебя, я не хочу. Понятно, кортик ебучий падает. Он тебе нужен, Сань? Нет. Он заебал, он в прошлом, по-моему, тоже такой кортик сам упал. Сразу на роль. Сразу роль, то, что надо. Я на минуту. Короче, сверка ГБ уходит. Или, блядь, может, тут, типа, ну, по три отдадим, кому нужно. Сколько вы? Пусть шмотки крафтит. Отведение удара надо кому-то? А то я бы выучил. Есть у кого фласочка вообще? Да, в арты фурики. Бегаюсь. Да, есть арчи, я дам на бойсе. Пуляйте, трэш. Справа понесли. Сферы это, слышь, потом мне дайте, я все ГБ... Или в ГБ станет. Кстати, этот тварь такой пудлявый ящик, но он, блядь, ничего-то молчит все это. Разговорил. Он любит, как блядь, еще блядь. Там еще трэш, блядь. По технике все играет. Вот череп, да? Вы никого не ждете случайно? Да хуй. А чё, я говорю, что ты чё?
Пусть качает. А, не уверен. Ноут понабирай. Да чё сегодня всех на ОС прорвало прям? Я что-то не видел, чтобы ОКО собирали погибли. Они вообще собирают? Посмотрю, одну ОСА и ОС, блин. А чё, ребафните, пожалуйста? А ща бафну. Если там кто-то будет льду собирать, нужно будет сходить сегодня. Вечером. У меня там бафки потом пришел. Макс, дай фласку, пожалуйста. Сейчас, у тебя пота есть? Ну, кто? Припот, пот. Ну, на ману, конечно, обязательно. Я пока спал, подготовился. Во сне был. Да, это нормально, 7000 АП, 57 критам баф. Вот очень баф. Слышь, Хаун, знаешь, сегодня сегодня чел один выстрел? 203-й хан, 6к ДПС, блин. Нормально? Наивный. Я ему говорю, ты, короче, в диск типа... Ты можешь пулять в центре. Не смекалка, ну. Геру по команде, светлую метку выносим в черепок на второй фазе, темную за рейд. Вправо, влево. Вы там помогите там чем-нибудь, там ким дайте. Истерию надо было дать, когда сердце будет лучше. Ну, нечаянно прикинь, да. Там типа когда по одному, типа, то подхили. Под первые раскаты искру там массакру дадите, под вторые даст там конфет. Готовьте, сейчас будет. 20%. Геру, да. А, Арчи, нормально. Что? Тоже Арчи подбивай сердце. Первую искру, если пропнет, скиньте там баблом, либо я кошу могу скинуть. Бум. Так, следите. Вот один бомб. Их убейте орды. Да, починили. Отойдите от черепа, чтоб там никого не стоял. Арчи в череп стал. В череп, в череп, в череп, Арчи. Да пусть, пусть, пусть стоит, стой, стой там, стой там. Сейчас все в искру пошли, а, в искру дайте, мили. Просто в искру дайте, побыстрее. Сейчас раскаты меня... будут, сейф под раскат. У меня искра сейчас меня вылезет. Блядь. Все в искру. Ну-ка, искре играйте, пожалуйста. Транквил нажми, друг. Ты везучий.
Берни нечаянно пол этого поле половина Берни. Побросал. Любишь побегать. Лап, показывай. Летем на ману поставил, можно гейм дать. Забивал, да? Только Холи Пал не с тобой в пати. Ну когда уже остается 0 секунд этого дебафа, начинайте бежать. Меньше урона будет делать. Надо на 0 секунды просто бить, не бить. Вот, не капли. А мы еще без камня, да? Я еще камень не поставил. Бля, может щит упадет, а? Ну, пожалуйста, щит нахуй. Одну секунду, беги, 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 беги. Меч пахнул. Ой, крутой меч. Кинжат я качу. Вестибюль портуйте. Кольчуга? Не, мусор ебаный. У меня же здесь резья. Пиздец, Пет у меня сдох, у меня ДПС вообще нету. Картоха вообще нихуя. Сразу пулять, ты расчистить. Вар, ты если ролишь на фурика, то почему ты на кольцо на танка нажимаешь? Нужно. Ты спроси сначала, потом роли. Все здесь? Да все, пулять, ты расчистить. Танк тут, варчик тут. Войд, тебе нужно колечко? Знаешь, кольцо ему никому нахуй не нужно. У меня есть такое кольцо, я бы меч взял. Ну я просто тебе так говорю. Что не знал. Че это такое? Что такое? Че не зависли? Ну это вайт на трэше такой. Не, а че не зависли? Не стоят там. О, побежал обратно. Там надо продисплеишь будет. Там типа руты. Там баф вешается, который обездвиживает его. Но на 7 урон на 100% увеличивает. Да, тебе надо посадить. Катя речь. Сейчас до хранителя фастом дойдем. Бля, идет пока Саня молчит тут насчет своей фразочки короны. Тут в два изи похиляется. А что не изи? А вы в три хилили? А, да. В два, но это все потому, что я под флешем энергетики. Он дает. Флешки. Это фласочка моя. Флешки. Я в бою, я не могу почему-то портануться. Хуй знает, комбата нет. А думал, ты на рабафну, да? Выйти с инстащего за это.
бахнуть каску по приступу. Что за ху... А, вот, блин. Долго хилов ждать? Я с инста туда-сюда выходил. Сейчас попробую поторопиться. Не бахай просто ничего. Просто так, да и нет. Ну, го. Прям. Второго не пулять, по левому краю пройдет. Так, тихо, ну рассказывайте что-нибудь, ребята. Ну, блядь, чем как на похоронах? Истории какие-нибудь, культы. А дня Харчи залетал, рассказывал, как оно блювался, наш. Не, это уже старая история, давай не будем. Ты же говоришь, блядь, давай что-нибудь, я что-нибудь хуйню смотрю. Бывает такое, что зашел. Понял, врубил, короче. Арчи, а ты же что-то заходил, про бомжа рассказывал. А, ну это да, это старая история. Это тоже старая хуйня. Ну там есть история про бомжа номер два, но это потом. Там, в смысле, этот же бомж, но, короче, это там продолжение. Или это история про Влада, я не пойму? Нет, это не Влад. Ну хотя он похож чем-то на Влада. Может, это и есть Влад, я тоже. Это который зашел тебе домой, да? Да, я его, короче, на улице как-то встретил. Это вообще было тоже хохло. И вы с ним набухались? Да нет, там не набухались. Хэппи-энд, блядь. Арчи, ты смотри аккуратней, будь, а то тебя ночью к тебе зайдет, пробурит, но. Бля, ну я бы бухнул с бомжом. Охуенно. Могу рассказать, как ты в каре опрочил, Арчи? Он, наверное, истории нормально лечит. Рассказывай, да, как он рычил. Кто рычил? Ну, на варке. Как Арчи рычил. А, рычил. Рычил. Да, Арчи всегда рычил. Это не Нора вар случайно? Арчи. Какой вар? Это не Нора? Да нет, это не Нора, это блядь, лучше. Какой? Так кто, это Six Street, ты знаешь кто? Это Six-1. Я с ним первый раз покорял кару, Гер. Кара Гер, ухо, кара Гер. Сложно выйдите. Че, вообще в НАК 25 не собирают ничего. Вот по
онлайн типа смотрю, вроде типа, ну, онлайн нормально, с таким ощущением, что вообще никто, блядь, нихуя не заморозит. Типа на X2 вчера зашел, там вообще по КД вот эти рейды собирают. Слушайте, возле мага нормально, может в 3 хила сразу, а? Да, да кого? Не, пусть он в совет. Арчи потей, нахуй, ебаный. В форме, нахуй. Да, в смысле ты не в форме? Вар в танках пикайся. Вар танчишь среднего и мелкого, ДК большого. Вар знаешь, как там водить двух мобов, типа, под лужу? Вы ебать рейд раскидаете? Ну, чтобы хил с хилами, типа, я с миликами. Вот я про, это, я про это и говорю, блядь. Видишь, момент организационный. Хилы как попало раскиданы. Мы без Орелла, нам похуй. Ну, Дима пишет, вообще в одного танка можно убить. Давайте в одного попробуем. Не знаю. Кто танки у вас? Ты типа понял, на первом, на втором жертвуешь миликами, а на ДПС нахуй не нужен. Ну, типа ни в первого, ни во второго. А на третьем просто танк уже поставят красиво. Так он типа троих по один будет держать на ДК? Конечно. Ну, окей, давай так. Ну, он типа понял, он держит троих один, но вы бьете все, короче, маленьких, он среднего, потом большого. Но типа мелики не будут в луже стоять просто на первых двух и все. Это вся тактика. Зато у тебя плюс один ДПС на третью фазу. Там даже руну не надо ждать. На третьей фазе просто я забираю на хоке и шот его за 10 секунд. У нас мы так обычно бьем. Ну так и сделаем. Вот шот, даже забирать ничего не надо будет. Вы под Геру его задушите, у него ХП ничего нет. Не, ну как сами смотрите. Только это, там если будет совсем плохо по прохилу, ну там транквил, там гимн, что-нибудь сделайте, пожалуйста. Вы эти возьмите, блядь, как они? От пула не кливайте, дайте ДК огромного, вот точечно по мелкому играть. Не надо тут ваши ауи. Все, пуля. А у нас мага нету, блядь, он оранжевый. Я вам на лоб стоишь. Есть шаман, который запушит. Не, маг обычно забирает, его не шот, понимаешь, он забирает. Да, он за любого попрыжет. Вроде с рум. Забей, отведи дальше, забей на милика вообще, чтобы они даже не стояли в руке. Это я, походу, зря сбросил. Дай БР парит. Просто подальше отводи. Ну, типа это, на пуль тебе? Ну, я, блядь, на пуль его мелко, вон, срывается. Блять, ты убираешь, мать? Не можешь агро проследить? Да я слежу, блядь. Ну ты два раза уже проследил. Нет, там я сбросил. Короче, забери щит с ним. Со средним. Ренжу набирайте. Арчи, спор же щит со среднего моба. Будет сегодня приз диспелить или нет? И что он делает? Или арпал диспелить, или приз? Ну хуй забили, да, нахуй диспелить. Да подожди. Ну типа я 30 диспелил, потом в ГКД не попадаю уж. Зелебоба, тебе надо диспелить с ДК. В 0-1. Я понял. И не старайтесь сначала ворваться прям как бешеные. Вам на этих первых вообще плевать. Они ничего не делают. До берсы у вас времени, вагон. Ничего, вайпер, ну, понял. Как слышишь, Зелебоба, как мы в прошлый раз ходили, понял? Да, да, я помню, Просто диспелить.
Так все нормально было, у нас не сдиспелили танка и умерли, потому что сорвали агро. Подождите, пусть он наберет на мелком. Бейте точечнее все. А как вы под двумя напулами можете с маленького-то сорвать просто? Ну я под руны срываю. Ну я типа не знаю, не врвал, просто сорвал. Все. Один раз бросил, второй раз. У вас напулит хант и комбо трогал. У меня без напула люди не срывали. Чего? Ну а я срываю. Давайте нормально все сделаем. Я велосипед придумаю. Всегда убивали с первого трая, два танка, ебать. И сейчас такие, блядь, ну, смотрите, если вам интересно, блядь, хард мод потравить. И, конечно, понимаешь, типа, да, ну все убивают по-разному. Мы просто так ни разу не убивали, поэтому сейчас мы будем тупить постоянно. Давайте попробуем, все нормально. Хорошо, быстро идем. Так, сейчас, дайте бежите минуту. Так, ага, я тут, короче. Чай выпью. Припейте фласки. Вар пропей фласку. Нечаянно припей фласку. Ой, тебе дайте какую-нибудь фласочку. А, у тебя здесь? Поле. Вы ДБМ видите или нет? По-моему, нет. Я не вижу ДБМ. Да похуй. Я пока пустую не буду освободить. Арчи Пуржи щит со среднего моба. А из любого диспелли. Оранжево набирайте. Арчи, вот сейчас щит надо забрать. Да пусть из бога забирает, пусть из бога сам пуржит. Я не знаю, он не пуржится или чё, блядь, я чё-то не понимаю. Мне большого забирать на вас фазе? Забирать? Рэнджу набирать уже. Готов все забираться. Отойди подальше, так. Я скину. Забирай. Геру. Фальву дайте по ханту. Поехали. Да вести как-то, ну, нормально. Скинь еще 40.
Блять, у меня на мал 12 некогда. Фейк есть? Да, сейчас будет. Я сейчас кину. Бабахнул. Бахнул, бабахнул. Бля, что за параша нахуй? Бля, мне кажется, Леду таки сегодня хотел уговаривать все время. Да, с Икетом, вот он самый не знает. Бля, что-нибудь вообще упадет нормально, а, блядь? Я кольца ни разу не видел этого ебаного, блядь. Ты просто 200к змея гриданула, а вы говорите пуржить, а чё пуржить? Ну щит я видел на нем, и чё, я прожимал пуш, он чё? С танка там, дебавку ты вешаешь, нет? А, с танка нет. С нашего, в смысле? Там красный щит вешается на мобана. Он кастует его. Рунически как-то так. Да, называется. Его надо пуржить. Вообще его маги должны воровать. И ловят хуй, под ним просто пуржу, по-моему. Я пуржил. А, Арча, тебе нужен это диск? Кто? Тебе с этого, ну, нужны какие-то там с диска бана? Ну, я бы кольцо на хила забрал, но если тебе надо, да, бери. Не, бери, не, все, если нужно, бери, все. Иди там, блядь, ну там активируй, иди. Вон, куда уже поздно, сейчас активирую. Да давайте пойдем, все равно еще не скоро сделать этот кого. Хотя да, там уже это вообще на хрен убиваем. Нет, все равно мы Мирон-то не убиваем, хули, смысла нет. Сейчас после убьем, я пойду кофе налью, что-то мне прям пипец. Ну, панька, мама. Да я далеко, так же. Ты читаешь сейчас там, человеку ты пишешь 10 уровня. Главное тут кто, я чё, блядь, постараюсь писать это ваше. Кстати, в ГИ какого-то 217-го ретрика взял. Ну какого-то взял. Ща, подожди. Ой, забери это. А чё, сука, эта собака не ба... В смысле, собака? Саня Кенлау какой-то молчаливый стал, заметили ты? Ну, серьезно. Он раз подослел. Саня расстроился, что Мимирон не убивается 25 хп. Он просто вытернивал, как бы там дисциплину научили. Не, ну да, я тоже считаю, там, блядь, как будто не знаешь, вот как в армии, блядь. Да. Повняясь, мирно. У них там, наверное, в рейде перед этим, перед РТ там на первый, второй рассчитайся нахуй. Первый, второй. Это прям как в армии вообще. Не, в армии ни разу не был, честно. Че, прям ни разу? Пытался, но что-то это не взяли. Не, я даже на этот, как его, знаете, блядь, как оно? КСП или куда нас там возили? Нас, короче, привезли, и потом весь автобус назад отправили, сказали. Я не знаю, из-за чего, но тут типа, блядь, якобы перебор в армии, что людей. Нормально. Перебор, блядь. Вечеринку закатили. У меня так не увезли, что, блядь, с перебором, ебаный, блядь. Провожали тут все дела, нахуй, стол накрыли, а потом в итоге я приехал, блядь. Чё, пацаны, тактика по туловищу, да? Ну, плита рука, как обычно. В одного танка. А чё не по туловищу одного танка? Ну, так мы в одного танка по туловищу, руку чисто бьем, когда хватает кого-то. Да. Дальше в туловище. Ну, да, ну, грубо, плита рука же. Так, сразу вообще все готово. Рыба есть. А, сейчас манот. Ребята, секундочку. Никто не умирал у нас или умирал тут? Да, рыбник. Да нет, рыбник. Слышите, что, йога Алголона открыли, блядь, Везекса, да? Летухов да. Этих. Заебись, да. Что, убьем сегодня, да? Давайте, блядь, соберитесь, нахуй, я хочу этих пидоров убить, давно не убивал, года три. Чё, я написал этому петуху, блядь, чё он ничего не говорит, блядь? Там вообще нехуй убивать, вон, в комнату у нас пацаны топовые есть. Чё, блядь, когда пулять, я готов. А, я умирал, да, ста. Я про этого генерала знаю, то что там только мана не рефлексы. Там вообще изи, ебать, вообще изи. Готовы полно, 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Охо, я кушаю. Куси, дорогой, куси. Станьте там чуть на РНЖ, РДДшники. Полумесяцем станьте аккуратно. Я вот туда. Не, зерком. Фикс.
рука. Рюка. Поставим Арчи. Передовой Арчи. Он мне сейчас сломает все, все руки нахуй. Бусить. Арчи, не переспится. Мы слышим за фритовара. Так, блядь. А ты иди, дичка. Дерипова, беги, беги. Дерипова можешь встать чуть левее, правее. Встаньте туда, вправо. Все. Все в центре. А по руке сыграйте. БР хули по один раз, две. Че? Ну быстрее, БР, кто там, блядь, алло? КД, а сколько, я не вижу КД. Я даже не вижу КД. Ну откуда КД-то, блядь? Ну, Арчи, помогите сейчас по хилу. Вообще, точки можете поднять. Зали баба, хиль. Да, не ссыте, я под энергетиком, все хорошо. Сколько бы руки еще? По руке сыграй. Руку сольем, аккуратнее. Не вешайте доты на нее, просто выбиваем и стопаем. Следующую руку можно будет добить босса мира. Все. Стоп по руке. Гопли тупо поиграем. Нечаянно, пришел? Бля, живи, нечаянно. Огуречек там хавает. Рука. Рука. Блять, глаза ебаные. Потем. У нас герб еще есть, друга. Но уже. Не, КД 3 минуты. Ну у тебя это у нас КД 4 минуты. Мы просто идем слишком быстро, блять. Сейчас рука упадет. Упала рука. Дайте левую добьем. Левую надо бить. Левую бить. Можно босса добить там 10%. Гим на хп дать или бы. Ну ладно, гоп. А там руки меньше дать. Ну гопли тоже. Бьем руки. Ой, ты да. Давай, 500 тысяч, давай подлеть. Сука, мана кончилась в него. Все, Арчи. Стою. На танку. Что вы, блядь, руку нахуй начали ебашить, пиздец. Тарста, у него 200 тысяч не бенят. Поменьше. Вы тут ешь. Тоже подбиваете, типа, хотя бы до половины, чтобы потом ее меньше бить было. На 30%, 2 ебануть там... и все. У плиты было 700 сейчас к, у руки 500 к, типа, можно было просто руку ебнуть. Холик как сдох, что-то, блядь, странно. Там потому что два луча прокнули, рядом стояли. Там нет, там вон, там типа луч и волна еще. Просто по одному человеку станьте вдоль, на середине, и когда вешается на вас луч, вы просто назад отходите. А вы, блядь, вчетвером в центре стоите квадратом. Я слева стою. Голубым квадратом, да? Просто прямой линией станьте на рейнже и все. Давай, дай мне сейчас истерию, я пробую снуть. Сколько интересно, когда истерия. Саня, ты рыбу ставишь? Саня.